было забавно, что когда я пошла в шатер, где разместились магазинчик «Айгород», я там купила книгу, я стою, я хотела пройти все стеллажи, посмотреть, и думаю, блин, почему здесь такая очередь? Куда они все стоят? Чё, неужели столько народу хочет купить книгу? А потом смотрю, касса свободна. Прохожу и говорю, а чё, а куда все стоят? И мне говорят, так тут как бы фан-встреча с девушками-писателями. Я говорю, а где они? И мне говорят, так вот же они. И я просто из-за того, что мы были на лавках ограждены, а они сидели, я их не увидела. Вокруг них еще такая толпа собралась, то есть помимо очереди была еще толпа. И мне было так стыдно, и это, казалось, была Сева Лавринович и девушка, я, честно говоря, не знаю, как ее зовут, которые выпустили совместную книгу, как я поняла. Такая, типа, пытаюсь заглянуть, посмотреть, и они говорят, ну вот, смотрите, вот это их книги. Я такая, а, понятно, потому что я сначала не поняла, кто там сидит. То есть мне сказали, что там все девушки, ну, такая, ну мало какие писатели. Есть. И потом я такая, типа, смотрю, они говорят, вот, книги вы можете купить. Я такая, а, да. И я очень корректно постаралась сказать о том, что это, что я такое не читаю.